Учитель, hey, спасибо большое за донат с текстом «Тряхнем стариной». Не знаю, почему тут именно будет «Тряхня стариной», но давай посмотрим, спасибо большое. Патриче дел, я читал комментарии под видео про Константина Семина и его группу Джани Родари. Помимо тех комментариев, что Семин на самом деле чуть ли не святой человек, и на телевидении-то работал 2 года от силы, и то по глупости, и вообще я не разобрался в вопросе, и что я... Зачем я сижу и нахваливаю его группу? Что я, либерал, что ли? Ну, короче, эти комментарии до сих пор там сыпятся, я не знаю. Ну, в Википедию вы зайдите, я это не придумал, что он 20 лет работал на РТР. Не придумал, хватит, не знаю, откуда вы взяли про 2 года и случайно, и все в этом духе, но не важно, главное это... Ну, в Википедии могут хуйню написать, на самом деле. Это уверенно я могу заявить, потому что просто я... Знаю некоторые настоящие истории некоторых известных людей и вижу, что про них при этом написано в Википедии, и поэтому уверенно заявляю, что Википедия... Ну, короче, Википедия ссылается на то, что она считает авторитетными источниками, а то, что Википедия считает авторитетными источниками, там может быть полная хуета вообще позорная написана. Так что вот. Но все же, блядь, ну, срать на этих чуваков. Ну, все, Питер, попался, придется смотреть. О, спасибо. Запах кожи. Крепих тел на калхат. Так, посмотрим обязательно, спасибо большое. Я просил вас писать. Ебать, что творится? Мужики, предложил своей крашихе, чтобы я стал ее кунчиком. Предложил своей крашихе, чтобы я стал ее кунчиком. Спасибо большое, знат Виктор из Магадагаскарда. И что, может быть, и теперь на ивентике она дарит мне поцелуйчики? Какие бы группы могли бы быть у других телеведущих и пропагандистов? И вы мне все время писали про Андрея Ковалева. Это в прошлом депутат Единой России и основатель. Mm-hmm. И идейный отец, я бы сказал, лидер группы «Пилигрим». И вы скажете, ну все же знают, что группа «Пилигрим» — говно. Во-первых, я думаю, что все, кто помнит про этот мем, уже умерли от старости, поэтому можно еще раз снять видосик, так сказать, пошевелить прошлое, показать зумерам, от чего же мы кринжевали. Вот почему это «Тряхнем стариной». Ну окей, ладно. Твои годы. Ну я знаю, конечно, группу «Пилигрим». Я много уже не раз рассказывал, что... Короче, единственное в своем роде в Москве была такая приколюха, бесплатная репетиционная база. Вот, Феоноров, спасибо большое за донат. Мечты сбываются вне очереди. Бля, ну, получится вне очереди, но все равно уже только после этого видоса. Спасибо большое за донат. Короче, блядь, сейчас. Че умное-то я хотел спиздануть? Обидно, что ты вот, не знаю, буквально сколько там минут назад, типа, не задонатил. 3 минуты назад? И если бы без очереди написал, прямо сейчас бы и посмотрели. А сейчас теперь сколько реакций будет, хуй знает, и только потом. Ой-ой-ой-ой. Блять, в смысле сбился? Короче, питерцы и замкадыши, как говорится, вам не понять и не простить. Но, ну, в Москве, типа, даже вот там во времена, когда мне было, типа, 14 лет, это было лет 10 с лишним назад, найти... найти репетиционную базу, типа, дешевле, чем за, не знаю, 500 рублей за 3 часа, при этом это либо ебаный гараж, какой-то просто суперсарай, подвал на окраине вселенной, либо это в 9 утра в будний день, например, или в 9 утра в воскресенье, например, можно было порепать тоже там вот за... какими-то скидками, типа 500-600, то есть так вообще по-хорошему, ну, средненькая база стоила 800-900 косарь, там, хорошие 1,5, наверное, всю дорогу, сколько я помню, за 3 часа. И единственная в своем роде была такая приколюха, как вот «Пилигрим», репетиционная база, возможно, она даже до сих пор есть. Я не знаю, в чем прикол, но, видимо, вот как раз Ковалев просто тупо в виде такой благотворительности, ради прикола, я не знаю, зачем это сделано, но... А, ничего себе, она переехала, охренеть. Пропала уже со старого доброго знаменитого места на Павелецкой. Теперь находится... О, ничего себе, где она теперь находится. Блять, жалко, что мне уже все равно, потому что я не в Москве уже больше года. На Электрозаводской, это же просто охуительно на самом деле. Прям тоже для меня, можно сказать, родные такие места. Вся вот эта синяя ветка, правая часть. Электрозаводская, Семеновская. Это, вот это Преображенская набережная. Улица Электрозаводская. Преображенская площадь, станция метро, Сокольники. Это все я прям очень хорошо все эти места знаю. Вот, так что
забавно, занятно. Ну, короче, я к чему? Вот, видимо, он ее сделал, и она просто тупо бесплатная. Все, то есть ты звонишь. Ну, то есть единственный прикол, что там не 3 часа, а 2,5 часа длится репетиционный сет. Просто звонишь и просто вот бронируешь репетицию. Ну, там редко будет свободное, то есть там гораздо сложнее найти свободное время, понятное дело. Особенно если это вечер, там, ну, понимаете, самое востребованное время, типа выходные, либо вечер будних дней. Вот. Данная база бесплатна, является меценатским проектом Андрея Ковалева. Вот, тут даже написано у них в группе. То есть просто такой вот прикол. И, в принципе, это уже для меня, ну, как бы, чисто по-человечески, учитывая, сколько мы на той базе репали, будучи бомжами еще по молодости, ну, уже какой-то, хоть какой-то микрореспект все равно в сторону Ковалева направить хочется. Вот. Но, с другой стороны, мы же говорим про его, скажем, исполнительское мастерство, а не про какие-то... про того, какой он человек. То есть, ну, типа, с одной стороны, ему как бы большой плюс в копилку кармы за вот этот меценатский проект, с другой стороны, он очень странные вещи иногда заявляет в каких-то своих соцсетях, типа ТикТоке, там, Ютубе или еще что-то, и, в принципе, какие-то неприятные иногда дела творит, и там еще какие-то лекции проводит, еще что-то там... Там у него бывают какие-то очень странные вещи. Ну и плюс то, что как бы от какой партии он депутат был. Или там... Ну, как, короче, вы поняли. Ну и все-таки про то, какая там музыка. Потому что музыка там... С музыкой там тоже немножко подстава. То есть, типа, денег у человека хватило на все, что можно, включая Памелу Андерсон в клипе, кроме на то, чтобы чуть-чуть позаниматься. Ну, давайте послушаем все-таки. В наше время. Так что можно еще снять видосы про... Позаниматься, я имею в виду педагога какого-нибудь нанять хорошего по, не знаю, либо вокалу, либо там сочинению текстов, либо еще почему-то. Польку и про группу, которая пела про мемы из Башорга. Не помню, как называлась, но там была песня. Но это не мой мопед, не мой мопед. Всякого повидал интернет. Если честно, я ни одной песни группы Пилигрим не помню. Поэтому предлагаю послушать. Группа Пилигрим. Ведь все знают, что группа Пилигрим говно, но никто не слышал их песни. А вдруг не говно? А вдруг оклеветали? Вдруг поклеп? Вдруг зря издевались над Андреем Ковалевым? Вкратце напомним историю. Андрей... То есть еще я знаю, что все рофлят, что это депутат рок? Ковалев. Какой-то там бизнесмен. Дела начал мутить еще в СССР. Чем в 90-е занимался, история умалчивает. Ну и мы не будем предполагать. Помимо всей своей миллиардерской деятельности и заседания в Госдуме на какой-то хрен, он еще решил... исполнить мечту детства. Короче, чем в 90-е занимался, история умалчивает, зато очень любит рассказывать про то, короче, что типа все кругом инфо-цыгане и типа жулики, там еще что-то такое, я уж не помню. Стать рок-звездой нахрен. И не просто рок-звездой, рок-звездой галактического масштаба. Но вместо того, чтобы потихонечку набирать экспу, брать новые левелы, он решил заспидранить на донате. Вложил кучу денег. Да. Да, в свою да. группу Пилигрим, где он пишет тексты, он еще пишет стихи и еще, ну, хрена лысого, что только не пишет. В общем, человек, это человек, который, знаете, под всеми видосами в интернете пишет жиза. Человек, который решил попробовать все. Бухал кучу денег в раскрутку своей группы, давал какие-то там бесплатные концерты, раздавал подарки, чтобы люди на эти концерты ходили. Приглашал там каких-то западных звезд большой величины, чтобы они вместе с ним играли и снимались в клипах. Играл там с Апокалиптикой, с хрен только знает, с кем не играл. Ну вот, а когда он перестал вкладывать деньги, то выяснилось, что никто на его концерты добровольно не ходит. Потому что группа Пилигрим говно, друзья. Вот я вам вкратце пересказал весь мем. Вообще, ну, в принципе, да. Пропагандистов и депутатов, куда ни ткни, все хрен знает кто, ничего не умеет. Ну, блять, проблема в том, что он просто неправильно вкладывал деньги, вот и все. То есть, по-хорошему, когда у тебя есть куча денег и желание заниматься музыкой, и даже если таланта, например, мало, то просто нужно вложиться в скилл, и все. То есть не просто в популяризацию любой ценой и там делание какого-то, не знаю, черт знает чего, а в прокачивание скиллухи, потому что у тебя просто есть возможность это. Ты можешь заниматься, не знаю, даже не обязательно с дорогими преподавателями, но суть в том, что, короче, можно заниматься с частными преподавателями по любому инструменту или там какой-то деятельности и так далее. При этом выбрать тех, кто тебе подходит по духу максимально. Нет, ты ничего из себя не представляешь. А тут, казалось бы... Было, неужто не было по репу? Ну, много кто, конечно, я же говорю, много кто там репует. Бля, это бесплатная база. Типа, чувак, бесплатная. Конечно, там 2 недели надо было порой ждать очередь. Забиваться за 2 недели, чтобы
порепаться. Надежда, человек, металлист нахрен советской закалки, но, видимо... И да, ну, то есть там много условий, типа, нельзя бухать на этой ребазе, то есть из минусов. Ну и с другой стороны, это как бы, может, даже и правильно, и справедливо. Типа, а что, чуваки еще будут бесплатно приходить и еще бухать там? Ну, что-то хуйня какая-то. Пусть как бы приходят именно музыканты, кому нужно музыкой заниматься, репетировать или типа того. Вот. Не, никогда угодно, конечно. Ты звонишь, ты записываешься, и ты приходишь по расписанию. Ну вот, нас там один раз чуть не выгнали, потому что чел один с нами пришел, типа, и он пивко потягивал. Мы там чуть не охуели из-за этого, мы что-то вообще забыли, блядь, про эту тему. Типа, просто чел пришел к нам позырить, что мы делаем. Вот. Что-то еще я уж не помню. Ну, типа, там админы достаточно такие не супер приятные, но, с другой стороны, они и на платных базах бывают хуеватые. Но там, короче, такое. И что-то еще там был какой-то... напряжный минус на этой ребазе, я уж не вспомню. Что-то там было напряжное. Ну, видеокамеры там стоят в каждой комнате. Стеклянные двери. И... но нет, я забыл, что там было напряжно, честно. Забыл, нет, представляю, да. А, ну типа, ты не можешь, например, забронировать какое-то время за собой всегда. То есть, например, на любой другой ребазе ты можешь... сказать, среда с 9 вечера по 12 вечера, это всегда в этой комнате мы. На любой ребазе ты можешь забронировать, постоянка это называется. На этой, конечно, так нельзя, потому что, блядь, и без тебя есть. То есть вот ты одну репу отрепал, и после нее уже ты можешь там сразу, например, там же забить другое свободное время. Или все. Сколько в месяц, интересно, ему стоит содержать? Ну, я думаю, так же, как и любую другую ребазу. Вот. Не на базе какого-то ДК или Дома молодежи? Да нет, нет. Вроде, ну, насколько я помню, было помещение, там было 3, по-моему, комнаты. И четвертая, типа, как... там тоже можно было репать, но я так понял, это и админская, и сами Пилигрим там тоже, скорее всего, репали иногда. Сортир даже был нормальный какой-то. Чаечек можно было, или не помню. Или можно было попить, или нельзя, хрен его знает. Тут, казалось бы, Надежда, человек, металлист нахрен советской закалки, но, видимо, этот не удался. Говорит, правительственный мир победил, депутат оказался сильней. Ладно, слава богу, что контента нам навалом, потому что сколько денег вкладывалось в это, уму непостижимо. Но, в принципе, я ничего плохого в этом не вижу. Как бы, если есть возможность раскручивать свой проект, то почему бы и нет, тем более, если это деньги с бизнеса, да? Я просто вбил в поисковике группы Пилигрим, посмотрим. Клип группы Пилигрим называется «Слава России», вышел 11 лет назад. Начинается все с иконы. И горящих домов, и вороны. А, поле боя. Ну, клип приколдесный пока что. Сразу какой-то космический сфинктер раскрылся, и там группа Пилигрим. Бля, и то, что 120 тысяч просмотров всего, это прям реально обидно, ну... даже. Потому что клип хорошо так сделан. Сеттинг, я... Ой. 18 секунд посмотрел, сеттинг — мое почтение. Какая-то православная битва прошла, и на космической станции группа Пилигрим играет, как у Майкла Джексона, да? Это смесь Майкла Джексона и еще какой-нибудь группы, которая снимает клипы в лесу. Бля, я тоже хочу, чтобы у меня такой кружочек был, пизда за этим. Знаете, я вот не хочу никого обидеть, но вот по первым нотам, так сказать, по первым секундам, это же ничем не отличается от всего этого олдового металла. Ну, это с одной стороны минус, с другой стороны плюс. То есть ничем не отличается в том смысле, что так же примерно качественно сделано. С другой стороны, ничем не отличается в том смысле, что ничем не выделяется абсолютно обычная и даже банальная музыка. На которую все надрачивают, которую я никак не могу понять, и все время металлисты на меня обижаются, что я не могу понять. Как бы в плане музыки там все просто тупо очень обычное. В плане вокала там уже были какие-то проблемы. Есть, Мановар однажды сказали слово, выпустили песню Warriors of the World, и больше можно было ни одной песни не делать. Они все вот такие вот, я не знаю. Все-таки, ну все-таки да. Давайте послушаем дальше. То, что это пока что похоже на любой метал из этого, так сказать, поджанра, это не приговор. Мы с тобой родились, великой России, все мы верим, что... Sound Production — мое почтение. Они добавили туда, ну, точнее, саунд дизайн. Они добавили туда гогот лошади, ржание лошади, mm-hmm. и шум толпы, и все на свете. В общем, смотришь клип, а как будто бы сам находишься там. Вот это уровень проработки. Мы с тобой родились в великой России. Так. С кем общается Андрей Ковалев во время исполнения песни, неизвестно. От Балтийского моря до Курильской гряды, в мире нету прекрасней и краше страны. От Балтийского моря. Он
ну, как бы ему очень нравится страна, судя по всему. Оля, да Курильск. Ну, бля, это очень тупо еще в исполнении депутата это слушать. То есть не верится. Вот в чем проблема. Ты гряды, в мире нету прекрасней и краше страны. Я не ослышался? Да, прекрасней и краше. Ну, с текстами подстава, да. То есть надо было тоже у кого-то учиться этому, не знаю. Че? Говорят, те, кто гимн России переписывал, не очень постарался. Но... Нету прекрасней и краше. О, ну так-то по факту, если... А кто говорит, что тот, кто гимн России переписывал, не очень постарался? Типа, а что там не так? Балтийское море до Курильской гряды примерно одна страна. То есть мы выиграли в соревновании... Сами с собой. Мы самые красивые из нас. Хорошо. Ну да, если прямую линию от Балтийского моря до Курильских островов проложить, то там как бы... Ну, может, Китай чуть-чуть заденем. Но я думаю, Китай не обидится на Андрея Ковалева, что он считает его не прекраснее и не краше. Это законно так писать тексты вообще? Я даже не могу придумать еще такой же уровень тавтологии, как прекраснее и краше. Ну вообще, да, талант нужен, чтобы такое написать. И... Ну тут не то, что талант, тут как бы не знаю, да, нужно именно отсутствие в голове вот этого... Блять. Тумблера, который срабатывает, когда ты типа что-то высказал или придумал, первое, что пришло в голову, и тумблер такой: нет, братан, это херня. То есть вот нужно, чтобы его не было. Только так рождаются настоящие шедевры. На серьезных щах еще исполнен. Клип снят красиво, какие-то витязи там мочатся, что-то Андрей Ковалев красивый, да. С голым торсом поет. Все, как я хотел. Ну, в первом куплете он просто спел: какая классная Россия. Причем спел такими лубочными фразами, типа вообще ни о чем. Там купола, там большая страна, ну типа мы в курсе, да. Ну кринж, натурально. Ну да, да. Хоть про народ не забыл. Миллиардер не забыл про народ собственной песни. Из смс-регистрации. Странно, что он то в плаще, как этот эксгибиционист на голое тело. Одобряем. То он... Металлист-эксгибиционист, это он. Просто голый. То есть клип, видимо, снимался долго, потому что жарко становилось. Но остальных он не разрешил оголять участников группы. Этот проект был обречен из-за большого самолюбия Андрея Ковалева. Не то чтобы у него нет на это причин, все-таки он миллиардер, да? Ну да, да. Показал бы кому-нибудь текст свой сначала. Так-то по музыке, ну это ничего, рафинированное ничего. По музыке скучно. Ладно, ну, слава, да. России, народу слава, это мы поняли. Землю рабочим, бабе цветы, детям мороженое. И одною огромной семьей заживем. Огромной семьей заживем, татарин и русский, в общем, и империалистические наклонности какие-то, ну, у Андрея Ковалева. Это мы одобряем, вопрос в том, как это спето. И он их пропагандирует. Но если злые языки западные говорят, что русские по природе своей империалисты, и что всегда они будут стремиться все больше земель захватывать, то почему? Почему на группу «Пилигрим» добровольно никто не ходит? Ладно, там Металл как тут без голых мужиков, согласен. Последний народов понятно, я лакец, я ингуш, это понятно все. Последняя строчка меня немного смутила. Я лакец, я дагестанец. Один панч лучше другого. Он не просто так это спел. Это все-таки поэт, когда пишет текст, он задумывается над каждой строчкой, особенно над панчевой строчкой в конце. Типа, там не должно быть ничего лишнего, ни одной лишней буквы. Там все... написано, как задумано. И он спел: «И сгорит над Россией надежды звезда». Чё, блядь? Что это символизирует? Ну, я думаю, Андрей Ковалев не собирался перемудрить. Он нам прямо сказал, что надежды нет никакой. А если есть, то сгорит нахрен она, упадет метеоритом прямо в Челябинск. Надежды звезда. Давайте дальше. Соло! Там видели? Клип немного плохого качества на Ютубе, но, блин, сколько же денег было во все это вложено? Какая съемка, какой звук? И смотрите, тут шестеренки крутятся в гитаре. Ебать! Немногие знают, но Веслопата до того, как попала на мой канал, снималась в клипах у группы «Пилигрим». Тут нечего сказать, что это было. И почему, и зачем? И недаром я забыл, что я это смотрел когда-то. Наверняка смотрел, но предпочел забыть. Ага. И умереть старцем, преисполненным сожалений. Но видеоряд – мое почтение, конечно. Да, это да, просто да. Топ. И самое классное – это вот клип, как сделан. То есть то, что вот здесь лучше всего – это
Все, что связано с клипом. Но проблема в том, что нельзя снять хороший клип на залупу какую-то. И, ну, то есть можно, но, блядь, 100 тысяч просмотров прям с трудом за 10 лет. Это все, что светит. Особенно на те времена, это, я думаю, больше, чем 11 лет назад. 11 лет назад только на YouTube загрушено. И это прям на уровне, это очень качественный клип. И по звуку не придраться. И все будет... Да, не сказать, что Андрей Ковалев вот только в себя вкладывал деньги. Он же создал там несколько бесплатных репетиционных точек в России, по-моему, в Москве, да? Как бы он хотел поднять металл с колен, я так думаю. Но встал не с той ноги. Я не знаю, что пошло не так в голове у Андрея Ковалева. Вообще... Такие героические темы, это же мы. Он же наверняка это просто копировал идею, и он ее как бы импортозамещал, как бы адаптировал под русскую реальность. Но получился кринж. Вот получился кринж. То есть, там какой-нибудь Кинчев со своим «Небославян», это, конечно, тоже кринж, ну, лично. Но он хотя бы рабочий. Но хотя бы как-то звучит, да, людям нравится и так далее. Там футбольные фанаты это поют. Хотя футбольные фанаты и Максим тоже поют. Ну, да. Максим мне больше нравится, чем группа «Алиса». Ну, к чему это я? Да ни к чему, блин. Давайте еще посмотрим, мне нравится. А спонсор этого видео — моя шуршащая куртка «Все это видео». Куда он переехал, кстати, я не пойму. Потому что это куртка с сайта «Все майки». Да, там есть не только майки с лягушонком Пеппа, и не только штаны в клетку, и не только что угодно, блин, сумки, рюкзаки. Еще можно вот такую модную ветровку себе взять и гонять в ней. Ну, прям кайф. Ну, что делать, вы знаете, но я вам напомню вкратце. Переходим по ссылке в описании на сайт «Все майки» и заказ. Питер настолько суровый город, что там дома надо в ветровке сидеть. Там любую вещь с любым принтом, который вам понравится. Никакой не понравится. Заходите в конструктор и делайте свой собственный принт. И все практически, но надо не забыть, что промокод указываем при заказе. Получаем скидку 15%, что нифигово, я считаю. Ссылка в описании, все майки, куртки и все остальное. Так, ну я просто по рекомендациям дальше пойду. YouTube, веди меня. Веди меня по этой скользкой дорожке. Клип группы «Пилигрим» на композицию «Битва». И это так назвал сам Андрей Ковалев у себя на канале. Он так расписал это все. И выложил это 13 лет назад. 2008 год, друзья. 2008. 1000 лайков даже нет, пиздец. Так как это канал Андрея Ковалева, то и комментарии только положительные. Правда, их 21. Ну ладно. Тогда, видимо, миллиардер не знал, что можно помимо реальных зрителей покупать еще и виртуальных. Еще дешевле выйдет. И вообще приятнее будет. Лайки там закупить, комменты. Это проще, чем там концерт созывать, Памелу Андерсон приглашать. Вот это все. Он родился слишком рано, да? Чтобы стать интернет-рок-звездой. Наверное. Надеюсь, на концертах это исполнялось такой же аранжировки. Выходил Андрей Ковалев и кукарекал. Качество 240p. Мне нравится. Давайте смотреть. Я тут просто интернет сейчас не очень, поэтому Андрей Ковалев позаботился обо мне и выложил клипы. Ну, 13 лет назад, что вы хотели? 240p, так 240p, смотрим. Крестьяне торжествуют. Я заметил, что все эти одержимые империалистическими идеями люди, они ролевики, только у них сеттинг не там не «Властелин колец», а какая-то царская Россия, где все они белые офицеры, а все вокруг крестьяне и холопы. Вот такая у них модель в голове строится, и они все стремятся ее поскорее вернуть. Ну, на здоровье, конечно. Только зачем это на самом деле делать? Собирайтесь, блин, в лесу, там, переодевайтесь в белых офицеров и нанимайте себе крестьян, и воображайте себе, что вы в великой Российской империи. Ну, ладно, это же безобидно. Видно, клип всего лишь. Что это я? Время нервное просто, не могу. Ну просто мое почтение, атмосфера нагнетается. Звон колоколов, какая-то свирелька и петух орёт. Ну... Он, видимо, один раз сжег какую-то деревню, да, там, под Калугой или где, и наснимал там клипов побольше. Все-таки... Бля, я что-то тупой, зачем я в наушниках-то сижу, смотрю, если можно в колонке? Хоть и миллиардер, но миллиардер же не просто так становится. Экономика должна быть в наушниках. Сжег одну деревню. Мне не стоит в наушниках долго сидеть, и если вдруг кто забыл, то я с радостью напоминаю, что... Ну, без радости немножко напоминаю, но вообще, да, мне желательно поменьше сидеть в наушниках по причине... проблем с ушами. Диагнозы тубоотит и нейросенсорная тугоухость. Слышу в два раза хуже, чем обычный человек. На оба уха. Снимай там 5 клипов сразу.
Ох, в наушниках я не буду слушать. Хотя бы не похоже на Мановар с первых нот. Индастриал пошел. Индастриал. Группа Рамштайн. Не, ну звучит-то мое почтение, хоть YouTube тут пережал все вообще. Ну, даже сквозь такое сжатое качество чувствуется, что там было что-то. Ну да, да, да. Жирные гитары, панчевые барабаны. Не, звук мое почтение. То есть вот, короче, он даже нанимал чуваков каких-то, кто ему круто делал звук, круто делал клипы. Но вот проблема в том, что некоторые аспекты он делал сам и при этом не впряг как кого-то себя обучить этому сделать получше. Вот так вот получилось. В этом, наверное, проблема Пилигрим. Ну, либо, я не знаю, в том, что просто слишком многие люди воспринимают это как Кал Калыч. Тарелки хрустят, хрустят прямо. Враг напал на родную землю. А что здесь очки снял? Там песня была такая интеллигентная, все-таки «Слава России», практически гимн перепеваем. Можно в очках, один да. Из очков. Ну, мне... Как там было? Баган. Даша говорит мне о любви раз 10 за ночь, но во вкладках у нее не я, а Ваганыч. Ну, Ваганыч топчик. Хэштег Ваганыч топчик. Смотри, какой. Ты в доме Неда Фландерса, кстати, Даш, смотри. Это серию, где, короче, в Симпсонах строили дом. Да-да-да, соседи построили Неду Фландерсу дом. И он сужался. Я просто подумал, что будка, в которой я сижу, она, ну, напоминает мне ту серию Симпсонов, как бы, в которой соседи построили дом Неду Фландерсу. Даже по цветам. Да! Да, кстати, правда. Что-то есть. Значит, смотри, фиолетовое, фиолетово-оранжево-бежевый такой. А тут, по-моему, как раз у меня, типа, ну, такой, он не фиолетовый, вот этот цвет, это какой вообще? Это как описать? Вот я эти вот. Художник? Вообще-то да. Это бордовый, темно-бордовый, типа, такой. Шоколадно-бордовый. Это, ну, он такой, как будто бледно-красный, как бы он не шоколадный. Вот. То есть, сложно описать, как этот цвет выглядит. Дашка, милашка пишут. Милашка. То есть, чтобы я это сделал. Давай на Ваганыча досмотрю сперва и все. Зеленый есть, а зеленого там нет. Кстати, зеленый сверху есть. Бля, вот если бы зеленая была одна из стенок с хромакеем, может быть, легче было бы. Но у меня зеленая крыша. Вот только на крыше зеленые квадраты. А тут типа розовый, голубой, оранжевый есть. То есть, да, буквально что-то похоже даже по цветам. Слушаем группу Пилигрим. Знаешь группу Пилигрим, Даша? Откуда? Тебе же мало лет совсем. Угадай, с трех раз. Че, неужели? Типа, блядь, серьезно? Да. Оттуда же? Оттуда же. Это же, блядь, депутат рок просто самый отстойный. Да? Конечно. Ты не знаешь, в чем прикол Пилигрима, типа? Что его создатель, миллиардер, депутат, короче, он там просто кучу бабок вложил во все. И при этом, ну, не вложил бабок, не знаю, в то, чтобы тексты нормальные сочинять. Давай послушаем. Вот. Не, он классный мужичок в том смысле, что я, как бы, ему респект, он сделал бесплатную репетиционную базу. И некоторые штуки, окей, я как сказал, что некоторые из того, что он говорит в своих соцсетях, говно, зато некоторые то, что он говорит, очень классно и полезно. Нужно наоборот отметить, что он делает какие-то прикольные благотворительные вещи, вроде как иногда. Но в плане музыки, конечно, типа вот. Враг напал на родную землю. Черных рыцарей, черная рать. Учитывая поэтические способности Андрея Ковалева, не страшно, что он срифмуется словом рать. Но давайте узнаем. Поднимаясь на битву святую. А, он решил не рифмовать, ну ладно. Жизни жаль за Россию отдать. Чё ж вы всем на смерти хотите всем? Все надо жизнь куда-то отдать. Можно как-то самому распорядиться своей жизнью? Что за Пилигрим? Линия повествования? Что везде надо помереть за кого-то? Ну, может быть. Может быть, песня есть Пилигрим? У какой-нибудь группы.
Это типа, ну, у них разное музло есть. Ну, в целом, да. У него много всего такого. Нет, оно, я не думаю, что у него прям все про Россию. Ну, насколько я себе представляю. Но да, там вот только что была песня «Слава России». Ну, когда-то смотрю, давай, ладно. Через 20 минут. Терпение. Все, терпение. Нет, нет, сказал нет. Сказал нет. Нет. Да, блядь. Все, пауза, ладно. Блядь. Абьюзерка, тиранка и манипулятор. На запись повторяю. Целковый, полушка, четвертушка, осьмичок, каблучок. Куда посмотри? На вот это сообщение, типа, ой, бля. Классный вентилятор. Да вентилятор вообще отличный. А почему, когда я отхожу, он начинает шуметь? Что за херь? То есть смотри, вот, допустим, я... Типа, я вот сижу здесь. И вот я, допустим, отошел. Короче, он просто иногда, типа, прорезается через гейт или что? Я не пойму, что с вентилятором-то, скажите? По идее, когда я отхожу, должна быть тишина вообще полная. Жизни жаль. Жизни жаль. Это ему тяжело удалось. Но это реально сложно спеть. Жизни жаль. Жизнь не жаль. Ой. Надо было как-то поработать, все-таки переставлять слова, но все-таки жизни жаль куда петь вот, на серьезке. Не, особенно когда такая серьезная тема, где надо умереть. Тебе надо умереть, а ты жизни жаль. Бля, с другой стороны, вот кто может научить сочинять хорошие тексты? Как это вообще, блядь, можно? Как это. Как это сделать? Кого впрячь, чтобы тебе подсказали на эту тему? Я не знаю, серьезно. Но мне кажется, если у тебя дохуища бабла, то это как-то решается. То есть ты. Вот есть песни, которые тебе нравятся, которые популярны и, ну, считаются крутыми на русском языке, и которые тебе нравятся. Я думаю, надо найти, кто их сочинил, и все, просто связаться с этим чуваком как-то и закорешиться с ним, там, не знаю, задонатить ему что-то и просто, блядь, чтобы он помог сочинять, допустим, или даже, ну, то есть, как-то так вот это должно быть, если куча денег... Силы зла, черный страх, ужасная смерть, злые злодеи. Никогда русский не будет рабом. Победу добудет крестом и мечом. Не у нас же с Ваганычем учиться писать такие крестом тексты. Крестом и мечом. Победу добудем. Силы зла победим, рабами не станем. Понятно, понятно. Мысль ясна. Знаете, я о чем подумал, что вот... Тупо бы он перевел все это на английский язык, там попросил бы кого-нибудь. Ну, я думаю, у него есть знакомый, а может, сам знает английский неплохо. Странно. Миллиардер. И спел бы это все на английском, так никто бы даже не заметил, что это кринж в высшей степени. Высшей пробы. Высший сорт кринжа. Но клип красивый. Снято лучше, чем фильм «Викинг», по-моему. Церковь сзади немного нарисованная. Но сейчас ладно. Я чуть... Перешу тогда гейт еще посильнее чуть-чуть. Раз, два, жопа. Крестовым мечом, получается, у нас это воин и клирик будут вместе идти оборонять. Блин, на такой бы я посмотрел. Блин, Андрей Ковалев, снимал бы фильм. Снял бы фильм вот такой, где реально создал бы свою вселенную. Алло, блядь. Где крестовым мечом побеждаются черные силы зла. Это бы так эпично. Я мог бы туда даже свой саундтрек пустить, и он бы стал, наверное, популярнее, чем просто так отдельно песня. Охуеться. Хера ты, блядь. Синтезаторы пошли. Ну это прям попытка в сторону Рамштайна что-то сделать, явное. Много наших полегло. Мы рубили поганых псов. Псов-то за что? Понял, я написал. О, вот, хорошая рифма. Как там вы смотрели этот, «Дорогая, мы убиваем детей»? Мой господин. То есть все. Так. Угу. Мразишь, коленку ты мне гладил. Ты даже эти штуки почистила. Че, смотрим, че? Хочет. Заката на латах. Она не мать. Не это. Во-первых, она концептуальная. Мне очень вкусная просто попалась одна сладкая. Во-вторых, она такая небанальная. Черных рыцарей, алая кровь. Мы поняли.
Зло, оно черное. Кровь, она алая. А псы, они поганые. Блин, это ну, реально сам сказал, из какого-то фильма. Просто мне вот не верится, что кто-то взял. И вот это вот все. Это ж сколько реквизита, сколько всего, блин. Угу. Это заслуживает уважения, такой труд. Лайк, если бы хотел работать в группе Пилигрим, да? Наверняка там зарплаты были неплохие. И, наверное, выдавали гитары, косухи и танцевать обучали вот так. Ту-ду-дун, ту-ду-дун, тун, ту-ду-ду-дун. Мне прям что-то, по-моему, везет на сладкую. То ли через одну попадается... Да? Ну, типа, нет, некоторые не очень, но через одну попадается прям отличная. Вот это какая. Вот это зрененькая. Жаль, про драконов ни одной строчки нет. Так допрашивается. Все понятно. На этом поле когда-то давно были жестокие битвы наших предков, поэтому сейчас тут спокойная жизнь, и можно голубей целовать, и петухам можно кукарекать, и в колокол можно звонить. Я понял. В принципе, все считывается. Тот, кто это все режиссировал, ставил, респект. Я бы реально посмотрел лучше фильм. А лучше сейчас же сериалы модно делать. Тем более, импортозамещать же как-то надо. Надо сериал вот про Витязей, сеттинг такой, где да. Всякие богатыри рубят силы зла, причем так спасибо. Прям с кровищей, что совсем 18+. И все под хэви-метал, чтобы было. Будет топ. Просто даже смотри, топ. Воды если нет пока, ты можешь... В чайнике сейчас холодная же вода. Да? Вот можешь ей, типа, там, помыть или умыться, или что-то сделать. А потом у нас есть стратегический запас вон в той бутылке из-под кулера. Если зачем-то будет нужно, то можно будет использовать. Я сейчас живу. Зараза. Короче, в таком городе у нас не то, что горячую воду там на 2 недели отключают, у нас могут... Любую воду отключить, но, к счастью, например, не на 2 недели, а на, ну, на сутки, допустим, или на целый день, но при этом, не знаю, или даже бывало вообще жесть, что она очень долго отключали и включали раз в сутки, типа в 6 утра там, на час. Я знаю человека, который это все вам организует. Ладно, мы идем дальше в прошлое. Клип группы «Пилигрим» под названием «Пилигрим» выложен 14 лет назад. Вообще, так-то, если по факту. Андрей Ковалев. Я надеюсь, что с альбома «Пилигрим». Человек, депутатом даже успел побывать, миллиардер. Решил поиграться в рок-звезду большим размахом, чтобы было что вспомнить, чтобы было что детям показать. Смотрите, зависть в нас всех. Дешевая и поспела. Говорит то, что вот, кстати, сколько стоит, типа, килограмм клубники? Вообще, вот, ну, в сезон. Я потому что, я даже не уверен, что сейчас сезон. Просто что-то вот мы захотелись. Средняя стоимость клубники 470-540 рублей за килограмм. Но летом, по идее. А когда вообще сезон клубники? Так. Сезон клубника. Когда сезон? Я просто даже не знаю, если честно. В теплицах-то все она есть тогда. 200 грамм на 20 рублей. 500 за килограмм, типа. Ну, в районе 500 за килограмм, да, по идее, должно быть? А! На оптовых базах можно, нихера себе. Ну, если огромный заказ... Ну, блядь, центнер, ну, понятно. 100 килограмм клубники, если заказываешь, тогда 270 за килограмм может быть. Ну, понятно. Понятно. Но так, в целом, что-то, то есть, оно в любом случае в районе 500, да, стоит? Я не помню, мы взяли, по-моему, ну, больше заплатили. Типа, ну, она уже была как расфасованная, типа, полкило за что-то 300 с чем-то. Вот так. Мы на донате покупайте. Говно. Ну, надеюсь. И другие объективные факторы. Так, качество такое, что буквы я не прочитал. О, новый сеттинг. В июне, да, сеттинг надо брать? Безумный Макс, друзья.
И это еще в то время, когда новый безумный Макс... Это будет, короче, у твоей мамы выкупать потом мелкой розницей. Потому что мне ящик клубники нахер не упал. Типа, мне и полкило, кажется, это дохерище. То есть, ее чуть-чуть похавать класс, но прям очень много съесть, мне кажется, это жесть. Прицепами. Это еще сеттинг по старому безумному Максу. Из ящика, чтобы мне полкило отщипнули, допустим, нормально. Нифига, он улетел. Этот парень был из тех, кто просто любит жить. Что-то мы уже про группу Вилли Грим вообще забыли, я так понимаю, забили. Ну тут просто больше нечего особо добавить, если честно. Солнце светит в глаза, пыль дорог на губах. И молчит. Пыль дорог, вся вот эта история. Черешня. Солнце светит, пыль дорог, рассвет. Классика. Пидорог. Пыль дорог. Бля, я почему-то никогда не замечал, что пыль дорог похожа на пидорог. Ну вообще да, тут явно как бы учитывая, что даже пыль дорог здесь присутствует, это говорит о том, что слишком как бы, ну короче, слишком паливное вдохновление беспечным ангелом здесь идет, потому что там тоже было, типа, любит пыль дорог и ветра свист и так далее. То есть, скорее всего, уже много сходств очень. Ну вот в таком около шансоновом, кстати, сеттинге, музыкальном, я имею в виду, жанре, как-то более органично звучит у нас Андрей Ковалев. Может быть, он с жанром все-таки ошибся. Так бы была великая музыкальная карьера, как у Дмитрия Гордона. Память сердце взорвет, и тоску не взять. Он ее как богиню любил. Так, еще какая-то женщина летит на самолете. Они встретятся где-нибудь, да? Мотоцикл и самолет. Утюг и холодильник. Уходил на войну, обещала ждать. Он отчизне верно служил. Даже тут приплел. Вроде песня про любовь, про пыль дорог, про на сапогах, вот это все. И тут он отчизне успел послужить. Ну, может, статус обязывает в свой текст вставлять немного любви к родине, чтобы пропускала партию? Ну, может. Такие песни в эфир. Ну, вроде как в 2007 году такого требования не было. Да и сейчас пока что еще не ввели. Но это пока. Любви, крови, господи, давай. Ну, еще и самурай. Пилигрим, самурай-байкер. На летающем мотоцикле. Пилигрим, по факту, это просто путник, который ищет что-то, святыню какую-то, короче. И тут считывается вся история, что вот человек там потерял друзей, все скитался, и помнил о своей любимой, носил ее фотографию у себя на груди и грустил ночами. И я даже скажу, я полторы минуты прослушал, вот в таком жанре звучит нормально, как среднестатистическая какая-то статистическая. Он вернулся домой, на душе светло, черный ворон взмахнул крыло. Куда же без черного ворона-то? Ну да, без него никуда. Был другой ее мужем уже давно. Полоснула по сердцу ножом. Реально обидно. Вот ты не был где-то много лет, приходишь, а жена уже с другим. Тупо. Согласен. У всех было. Пилигрим, одинокий странник любви. Странник любви? Да, яд обиды в крови. Отравила его эта измена. Это мы поняли. Но интересно, что Андрей Ковалев свою группу назвал Пилигрим тоже. То есть... Возможно, он хотел сказать, что он сам пилигрим, он сам в пути, он сам в поиске. Mm-hmm. В поиске чего-то. В поиске чего может быть миллиардер, мы пока не знаем. Но, видимо, хороший в поиске вопрос, да. Истинного счастья, которое за деньги не купишь, и мы это все знаем. Как Памелу Андерсону в свой клип. Это другое. Песню неинтересно слушать, вот клип интересно посмотреть, чем закончится. Он приехал к какому-то обрыву. Тут произошло какое-то крушение или что, я не понимаю. Качество картинки слишком плохое. Его заметили с самолета. Он ее как богиню любил. Так она его убить хочет или что? Или это вообще, клип там не любовная история, видимо, да? Любовная история только в песне. А здесь на байкера охотится, видимо, спецподразделение на самолетах, которое должно уничтожить всех выживших байкеров. Потому что они задрали уже, эти байкеры. Ездят по ночам, кряхтят, невозможно, блин, спать. Фига у него мотоцикл. Одинокий странник любви. А почему любви-то, я не пойму? Он пойдет на таран, камикадзе получится. Только я на милый брони. А он просто перепрыгнул самолет.
Ладно. Пролетела любовь, как сон. Мне нравится логичная песня про любовь. Пилота. Посмотрите, блин, через плечо назад. Это песня про любовь, и ты ее не забывай. В облаках вчера летал, из огня людей спасал. Ездил я на крокодиле, мой знакомый наркодилер. За что? Так скрипеть, блин, прямо в уши. За ну, что? Вообще, да. Как они это озвучивали? Взяли гвозди по стеклу провели? По-моему, да. Ой. Короче, Андрей Ковалев совершил обманный маневр. Перепрыгнул самолет на мотоцикле, из-за чего самолет как бы растерялся и не справился с управлением. Вот так вот. Думал добить женщину, а потом подумал, успеем. И что они вообще-то, с чего заварушка началась? Он ей еще меч оставил свой, чтобы она себя убила доблестно, типа, как тебе не стыдно гоняться за мотоциклистами. И уехал. И знаете, вот эти песни, не то чтобы кринж, ну это просто ничего, понимаете? Ничего интересного. Ну да. Над видеорядом да. Не перестаю восхищаться. Видите, у нас новый да. Сеттинг. Сеттинг Безумного Макса. Тоже можно сделать. Так, давайте еще напоследок посмотрим. Весь видос говорю про Памелу Андерсон. И, кстати, медведь не умер. Он отдыхает, спит. Не мешайте ему. Есть песня «Рев моторов». И там как раз снялась Памела Андерсон. Кто такая Памела Андерсон, помнит только тем, кому больше 40 лет. Это ну, я. Есть, по сути, этот клип уже он переходит в разряд Голливуда. Потому что там снимается... Голливудские актеры. Кто так может из наших? Святых металлистов, святых рокеров Руси. Никто. Там, кстати, по сюжету какой-то бредок немножко. Так. Происходит. У нас сеттинг. Байкеры приехали на шашлыки. Ну, может, Андрей Ковалев загуглил, как выглядят байкеры, и примерно по картинкам решил воссоздать их в клипе. Сенсационная новость. Американская актриса и топ-модель, мировой секс-символ Памела Андерсон, выходит замуж за известного российского олигарха Бориса Абрамовского. Венчание состоится сегодня в 12 часов. Так, Андрея Ковалева очень расстроила новость, что Памела Андерсон выходит за Бориса Абрамовского замуж. И он говорит, по коням, поедем испортим свадьбу, да, я так понял? У нас еще гитарный звук имитирует рев моторов. Реально, ну, кстати, да, круто. Неплохо. Неплохая находка. Тут звуки, сэмплы из группы «Русский размер», да? Сегодня у нас все клипы в 240p, но я об этом говорю. По-моему, отсюда взято, да? Ну, похоже, ладно. Ладно, совсем не похоже, но что-то есть вообще. Ладно. Не знаю, по-моему, он так видит. Скучно, как и обычно, но интересно, как же будет сорвана свадьба. Ведь не может простой русский байкер позволить, чтобы какая-то там американская актриса, так сказать, черный враг на черном коне, черное зло, злое зло, вышла замуж за нашего святого олигарха. Такая мотивация ведь должна быть, судя по предыдущим песням. В отличие от пилотессы того летательного аппарата странного. Ей жизнь не стоила практически, еле уцелела, чуть не погибла геройски. Свободу выбрали мы, свобода выбрала нас. Нормально. А почему мы тогда ничего не выбирали? Андрюха. Вроде наш человек. Подсуетился бы там. Может было что-нибудь выбрать. Как-то мысль у него не развивается. Там тоже был ветер, шум. Мы едем. Теперь снова ветер опять. Мы опять куда-то летим. Опять куда-то едем. Вот бывает road movie, а это road song тупо. Ну да, 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 так, да, ну, да. Тупо. Да. Ну в принципе такие песни, они и должны быть такими. То есть там «Встань, возьми орла». И лети, там, орлы на мотиках, короче, и все вот это вот. Так и должно быть. Сцена из Шрека. Пилигрим врывается на свадьбу к Фионе.
Да. И Памела Андерсон понимает, что байкер, которого она никогда до этого не видела, и он ворвался со своей песней, своей братвой, это мужчина... Да, может, она его видела раньше. Которым она должна была быть всю жизнь. Любой бы поступил так же, наверное, конечно, согласитесь. Конечно, конечно. Да и я бы на ее месте поступил так. Представляете, сколько денег стоило вот это? Разве это того не стоило? Разве не стоило столько работать, чтобы обняться с Памелой Андерсон? Ну, это стоило всего. Так, среди олигархов кипиш. Говнари свадьбу саботируют. О, еще и драка. Ой-ой-ой, зачем? Гопники против металлистов. Это вот было такое, было. Это на максималках. Ну да. Ну а где дальше-то рубил? Пару раз по лицу дали и все. Андрей, ну как-то... Я понимаю, придамия все-таки не стоит, да? Ну а за что они дерутся? Вы же русские там все. Великая Русь. Деретесь из-за американской женщины. Ну, ай-яй-яй, да, грустно. Это правда? Значит, Запад развязывает войны между братскими, так сказать, народами? Почему по мне нельзя выходить, да? Вандерс. Че, блядь? Че я сказал? Ладно, вы поняли. Ну, вообще, наваляли этому чуваку мощно. Даже отвечать не успевает. Памела Андерсон угнала мотоцикл. Что делать теперь? Памела Андерсон и Харли Дэвидсон. Вечный союз. А байкерам только смешно. У вас мотоцикл украли, чего вы ржете? Так, олигарх расстроен. Охранник ему предлагает что-то положить в шкатулку и отнести Якубовичу, не иначе. В конце клип какой-то хаос, ничего не понимаю. Гитарист крутится, мотоциклы куда-то едут, олигарх в растерянности. Ничего не понятно. Маньяк мото, еще какое-то промо. Приехали, нагадили. Ну вот это вся суть байкеров получается. Приехали, испортили вечеринку, невесту угнали, лицо кому-то разбили. И негодяй. Поехали дальше. Вот вам свобода, да? Запретить свободу предлагаю. Так что я думаю, на этом все, друзья. Пишите. Теперь вы что думаете? Группа Пилигрим говно или все-таки поклеп? Был и группа Пилигрим это годно. Годно 10 из 10 или кринж. База или кринж. Вот. Пишите в комментариях. И до новых встреч. База или кринж, блядь. Ой, пиздец. Да, ребята. Нет, Пилигрим это база, конечно, тут, собственно, нечего и обсуждать. Это база репетиционная, блядь. Пилигрим это база. Блядь, я наконец-то понял, зачем Ковалев открывал репетиционные базы бесплатные свои. Для того, чтобы все музыканты знали, что Пилигрим это база. Бля, это был Пугаша надо.